10 утра и отлично пахнет травкой со всех сторон. При поддержке интернет-магазина Tattoo Mall лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Мы позавтракали, купили семечек, сейчас мы отправимся на площадь кормить птичек. Раннее утро. Все убираются и ведут спокойную жизнь. Вот мы сейчас идем, и, короче, тёлки все еще работают, прикиньте, точнее, сейчас 10 утра, а тёлки еще работают. Уже работают. Или еще не переставали работать. Бля, нашла офигенный магазинчик. Смотрите, какой на-на-на сидит. Вообще, тут такие штуки всякие клевые. Вон Соник с птичками, смотри, какой крутой. Офигенные. Всякие мелочи такие милые, прикольные. Бля, такое ощущение, как будто бы все просыпаются здесь в 5 утра и идут уже тусить. Все, короче, уже жрут, отдыхают, тусят вон. Очень много народу прям, блядь, больше, чем вчера мы днем ходили, смотрели. Вот что может стать с вашим велосипедом, если вы его оставите без присмотра. А еще хуже, если его раздавит машина, что очень часто здесь происходит. Сейчас попробую вас познакомить с каким-нибудь Робертом. Сейчас, секундочку, пожалуйста. О, привет, скажи. Привет. Ну что, тусим дальше? Мы остаемся еще на один день в Амстердаме. Поэтому сегодня мы нахуяримся. А вон для нас уже копают яму. Вон какие улочки красивые, домики. Вон вафельный дом. Я просто не нарадуюсь. Иду и восхищаюсь каждой улочкой. Здесь еще спокойно, сейчас мы движемся в центр. Вот в центре полный пиздец. Я хочу пожрать, короче. Найду сейчас супчик себе какой-нибудь вкусненький. Для желудочка полезненько. И вкусненько. И полезненько. И, конечно, по-прежнему, блядь, здесь везде пахнет травкой. Вот прям вот сейчас. Начался дождь. Запахло мокрым асфальтом. Обожаю этот запах. А мы идем за пивом. Какой дождь начался. Чёди, под балкон. Давай встанем куда-нибудь. Бежать? Давай, Крентл, хочешь на велике покататься? Пойдем скорее куда-нибудь, куда-нибудь. Ой, пиво, Андрей, давай здесь. Привет. Покрываха. Дай пиво здесь, выпьем. Привет. Не бойся. Мы зашли в бар. Сейчас бухнем пиво. Такая тема здесь, короче, снимать запрещено, но как каждый нормальный человек. Хочешь же заснять немного красных фонарей? Мы, короче, шароебимся сейчас, и здесь стоит прекрасная церковь, и напротив нее сразу красные фонари, и там голые тёлки, типа. Вот такая жесть, прикиньте. Но снимать нельзя, мне сейчас пизды дадут, поэтому я не буду снимать. Просто обычный день, да? Человек проводит экскурсию, да, люди такие около церкви стоят, пиздят, а по другую сторону у них, блядь, сразу же тёлки голые, норм? А вообще норм. Похлопать надо. О, молодец какой. Ой, привет. Привет, привет. Ад хороший. Да что ты так вытягиваешься-то? Такое изобилие всего, даже не знаешь, куда пойти.
Ну что, начнем? Вот, пожалуйста, разные развлекухи на ночлег. Вот где нужно выбирать костюмы на лошадку. О, блин, а, смотри, ёршик. Да, прочистит тебе задницу вообще норм. В общем, мы тут шли и нашли пляж гондонский. А если приглядеться, обезьянки из гондонов, попугаи из гондонов. Все из гондонов. Пальмочки, всякие птички какие-то, люди. Вон рыбки из гондонов. Вон гейские гондоны. Много разных гондонов. Тут на самом деле музейчик располагает к этому месту. Ну и трава, конечно. Мы купили костяк за 6 евро. Как-то Оджи Краш называется. Хуёвая зубная щетка. Короче, щетка член. Чуть-чуть сидит, короче, как будто бы на Монте-Карло каком-то уже отдыхает. У меня глаза тут кисли. Чуть-чуть уже почти уснул. А я что-то хотела сказать, это было... А, блядь, меня реально курило вообще. Каждая секунда все приходит круче и круче. Я прям не могу больше снимать. Пальцы помягче, какие маленькие, большие. На руках? А ты их трогаешь, они мягкие, да? Я думаю, это последняя съемка на сегодня. Чочи. Hello. So, how are you? Fine. Короче, мы тут жрем пиццу. Мы немножко накурились. Ну так, слегка. Ну, конечно, мы в говно уже. Мы же не курим вообще обычно. Может, это лимонадово? She liar. Короче, чувак сказал, не верьте ей. Типа, мы же знаешь такое верить? Точнее, блядь, как это правильно говорить? Ладно, похуй, пиццу подоспела. Мы жрать. She liar. О, лгун. Чип-чип-чип-чипы из Дейл к вам спешат. Чип-чип-чип-чипы из Дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда.